Когда вы заходите в кафе в Таджикистане, то самым традиционным украшением любого кафе или ресторана является клетка с живыми птицами. Вот эта таджикская птичка называется кап. И здесь, в этой кафешке, она висит на дереве и радует всех своими песнями. Но сейчас она почему-то... Но таджикские красавицы-девчонки споют нам песню об этой птичке. Эй, капки хиромон, тумагар хона надори. Эй, муи парешон, тумагар шона надори. Эй, муи парешон, тумагар шона надори. Все? Ну, браво.